Добрый день, уважаемые отдыхающие. Давно не выкладывал видео, решили сегодня 1 июня, день защиты детей, день, как говорится, ребенка, скататься и покататься у нас на лошадях. Есть станица Убинская, ну, в принципе, есть в разных местах, но вот мы выдвинули станицу Убинскую. Приедем сейчас, посмотрим, как там лошадки поживают, покатаемся немножко на них. Поснимаю этот момент. А так у нас на улице на данный момент 32 градуса. Лето началось. Едем. Приятно ехать по хорошей дороге. Сейчас подъедем к станице Северской. И на перекрестке уйдем налево. Там тоже камеру включу, покажу, где. А так вот. Дорогу сделали, дорога шикарная. Можно ехать. Вот станица Северская началась. И мы доезжаем до большого перекрестка. На большом перекрестке поворачиваем налево. Река Убин и станица Убиновская, по-моему, куда мы едем. Вот перекресток, и на этом перекрестке мы уходим налево. Нам 6 километров по прямой. Едем дальше. Красота, дорога, небо и деревья вдоль дороги. Временем на улице плюс 33-32 прыгает. Ехали 35 было. Проезжаем станицу Азовскую. Небольшой населенный пункт. Станиц на Кубани много. Лошадка пасется. Скорее всего, центр, наверное, поселка. Магнит здесь.
коса из багажника торчит, мотокоса и сабвуфер. Также река Убин здесь. Смотрит, понравится место и переберется в теплые края. О, полицейский, а на нем еще два полицейских. Хороший подход к делу. Лежачий полицейский, если уточнить. Навигатор. Вот такой же полицейский, а на нем опять два полицейских. Маленький населенный пункт, не такой-то он и маленький. В Америке перед населенными пунктами на въездах, на выездах всегда есть указатели с количеством населения. Чем-то занимается, где-то работает, как-то зарабатывает, на что-то живет и развивается. Кто-то строится, кто-то расширяется, а кто-то сдувается. Азовская закончилась. Выехали здесь, немножко проедемся и направо вверх пойдем. Вот отворот направо, написано «Конная ферма Владимировка». Организуем свадьбы, корпоративы у них здесь. Поднимаемся.
есть большие участки частной территории. А вот, вот это и есть ферма. Красота. Качельки, цветочки еще не распустились, гномики с тележкой. Здесь же есть номера, как я понял, можно остановиться. Спрошу, если есть свободные номера, если это есть у них, пройдусь, покажу. Вот конюшня. Отдыхает, шашлыки жарит, детская площадка, но еще пройдемся по ней. Зайдем лошадок посмотрим. Так смотрит на... Не хочет, отворачивается. Здесь у них клички есть. О, Феррари. Ну что, Феррари? Как жизнь? Камелия. Через камелию есть Лада. И Хазар. Хазар. О, ласточка. Если вы дошли до конца конюшни, засовывая руки, и вас не укусила лошадь, это не ваша заслуга. Это не расторопность лошади, написано в объявлении. Он же пони. С косичками. Финик, а пони Фунтик. Финик. Это у нас рукопись за ребенком. Здесь у нас Каен. Там Порше, здесь Каен. Утренняя звезда. Птичка притаилась, клюв открыт. Жарко на улице. Багира. Тоже за ребенком. Мама кушает и жеребенок кушает. Хаммер. О, Хаммер. Сколько косичек на Хаммере наплели. Хаммер. Вот такая заплетенная. Так, а кто у нас там? Кто-то еще там есть.
вот про которую табличку говорил, там тоже на углу есть. А здесь у нас Арнольд красавец, тоже с косичками. Арнольд у нас много косичек имеет. Дреды целые. Ладно, ждем. Покушают. Оседлают. И прокатимся. Кстати, те он уже под седлами стоят. Радость и Маня. Вначале я клички не сказал. Баксан. Красавец, Баксан. Ой, какой. Да? А здесь у нас вопрос. В чем вопрос? Вопрос спокойный. Детская площадка. И есть такой небольшой зоопарк. Индюк нахохлился, ходит. Серебристые северокавказские индюки. Кролик в тень спрятался. Цветные декоративные кролики. Загорская белогрудая цесарка. Голландская белохохлая. Мускусные утки. Мускус. Вы что, мускусом пахнете? А? Любопытная. Гусь ленточный. Интересные у вас перья. Гусь ленточный кучерявый добавил. Здесь у нас Хрюша-Нюша, свинка Пеппа. Ну, привет, Пеппа. Привет. Утка кряква. И где у нас здесь утка кряква? Воробьев вижу, кряквы. А, вот она, утка кряква. Жарко. Вон там еще.
Вот так вот люди делают на своих фермах и домики для отдыха, и территорию облагораживают, и зоопарк. Можно приехать отдохнуть. Вот такие домики для проживания. Двухэтажный получается. Беседки, мангалы. Вот такая большая беседка, есть маленькая беседка, лестница веревочная. Где-то еще есть бассейн, сейчас найду, где бассейн, сниму бассейн. Сказали, что есть. Все, понял, не сниму. Домик с бассейном, вот он, под навесом. Там люди проживают. Вот этот домик на сутки с бассейном, 5000 рублей. Так что, можно приезжать. Сетка для волейбола, поиграть можно, там внизу дети играют бадминтон. Здесь вода, да? Это вода? Или она знает, куда пойти? Да. Да. Лошадь в очередь стоит. Чтобы попить. Не просто так. Не захотела пить? Ой, свадьба приехала. Не давай кормиться. Вот так вот гуляем. Лошади сами идут. Погонять на ней не удастся. Ну, верхом прокатиться получится. Круг небольшой, километра, наверное, 2-3 получится. Сейчас вот в ту лесополосу, он в дальнюю уйдем, наверное, даже больше 3. Прогуляемся там круг, пройдем по лесу и назад пойдем. Но здесь пока не поднимаем, пока мы поднимаемся, я снимать не буду. Ногами, ногами, ногами. Лошадь. Их, говорят, кормить не нужно, они подъедают по дороге. Там ущипнут, здесь ущипнут.
Вот приплыли мы медленным ходом в лесополосу. Птички чирикают, как у меня во дворе. Красота. Я замыкающий. Вот так вот в чащу спустились. Да, немножко голова в ветках не помещается. Чуть бейсболку на ветке не оставил. Пойдем, пойдем, не подъедай. Пойдем, 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 пойдем. Норовит покушать. Медленно, но уверенно марширует. Лес. А запах какой приятный. Дубы. Идем дальше. Слышу, что-то сзади падает у лошадки. Облегчилось на спуске. Прогулка получается часовая. Час релакса. Наедине с природой. На большом, как говорится, животном, умном животном. Клёво. Это того стоит. Стоимость небольшая получается 1350 рублей за троих. Ну и приехали, привезли. Морковку, яблочки, сухарики, хлеб. То есть хлеб, сахар. Девочки маленько покормили. Лошадок. Скажем так, прикормили. Кто-то здесь оффроудом занимался. Чем-то заезжали. О, выезжаем из лесу на поляну. Листик дуба. Природа, красота. Возвращаемся. Встретили стадо баранов. Небо какое красивое.
на спуске, как в песне у Д'Артаньяна, пока скрипит старое седло, по кустам спускаемся, и скрип. Фу. Лошадь хочет кушать, а я ей говорю, фу. Вот специалист по лошадям. Пока еще скрипит потертое седло. Д'Артаньяна и три мушкетера вспомнил. Ну вот, возвращаемся. Практически час времени прошел. Многие об этом мечтают, но в городе это в большинстве своем неисполнимо. Поэтому здорово, что есть люди, которые занимаются, которые могут себе позволить такое развлечение. Возвращаемся, ставим в стойло. Без стабилизатора снимаю с руки, поэтому камера будет немножко трястись и от руки, и от лошадки, что она идет, вышагивает. А вот так вот у кого-то проходит детство. Паренек выгуливает лошадь на пастбище. Без интернета, без криков. На природе. Жеребенок у лошади хвост трибушит. Возвращаются лошади в родные пенаты. Одна лошадь пить, другая лошадь сено есть, остальные стоило. Жажда замучила. Все, прокатились, собираемся и выезжаем в сторону домой. Вот и провели хорошо день. Ребенок довольный, мы довольны. Возвращаемся домой. Адрес и телефон я укажу под видео. На этом все. Всего вам доброго. До новых встреч, кто решит посетить это место.